Новости Богородского района. Богородская43.ру. Уважаемые богородчане, завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это событие важное для каждого без исключения жителя нашей страны. Событие, определяющее развитие и будущее государства на долгие годы вперед. Поправки, предлагаемые в основной закон, расширяют права жителей России, закрепляют важнейшие социальные гарантии и направлены на повышение качества жизни людей, сохранение исторической правды и целостности государства. За 7 дней в Богородском округе проголосовало 2877 человек. Это 77% от числа всех голосующих. Поправки в Конституцию поддержали 78,9% богородчан. Спасибо вам, уважаемые земляки, за вашу активность, социальную ответственность и неравнодушие к будущему нашей страны, области и району. Отдельная благодарность территориальной и участковым избирательным комиссиям за предпринятые меры по организации безопасного голосования.